Друзья, в считанные секунды начнется жеребьевка в Лигу Европы. Мы имеем большие шансы попасть на один из величайших клубов всех времен и народов. На мой взгляд, величайший. На мой взгляд. Манчестер Юнайтед. Все, началась жеребьевка. Итак, следим. УЕФА, и здесь сегодня узнают своих соперников, в том числе ЦСКА и Краснодар. Да, еще московские армейцы, представленные из наших команд в Лиге Европы, а Спартак, к сожалению, вылетел, проиграв по сумме двух матчей Браге. Очень жаль, потому что мы потеряли необходимые очки в гонке за какое там шестое место, да, в рейтинге. Мы боремся с португальцами в этом смысле. Но зато остаются Зенит и Локомотив, они играют в Лиге Чемпионов. Сегодня своих соперников узнают ЦСКА и Краснодар. ЦСКА попадает в первую корзину, Краснодар во вторую. Идиопики! Да, если честно, мне хочется самые крутые клубы увидеть. Я понимаю, что их будет сложнее пройти, но... Но мне хочется в групповую стадию Манчестер Юнайтед, да, вперед. Не так, зачем ты так одел? Надо же это. Из Россия. Россия. Мы болеем за российские клубы Россия, в европейских турнирах, да. Конечно, мы будем болеть в Лиге Чемпионов за Зенит, за Локомотив, в Лиге Европы, конечно же, ЦСКА, ну и в первую очередь, естественно, за футбольный клуб Краснодар. Да. А ты посещал матчи ЦСКА, You Visit Match ЦСКА in Moscow, Strong, Краснодар от ЦСКА. No, Краснодар is strong. Краснодар have everything. The stadium is very big. I went to support the Lokomotiv, CSKA, for the Champions League. I put plenty for the Champions League to go and support them. I want all the team of Russia to win. You know what I'm saying? To go to the European and get the goal. See? Now one day Russia gonna get the World Cup. See? I always keep my World Cup. This is Да, понятно, один день Россия возьмет, это я не знаю, будет ли это когда-нибудь или нет, может быть этого никогда и не будет, но вот Лигу Европы почему бы не взять, ведь брали наши клубы этот турнир, тогда он назывался еще Кубок УЕФА, если помните, в 2005 году взял таки как раз ЦСКА, а в 2008, если ничего не путаю, я думаю, ничего не путаю, Зенит брал этот турнир. Может быть, для каких-нибудь там условных Манчестер Юнайтед не такой уж и престижный этот кубок. Единственное, что он дает проход в Лигу Чемпионов напрямую. И ради этого только стоит, конечно, побеждать. Но для российского клуба, безусловно, победа в Лиге Европы – это огромный престиж. Это престижно, да. Но пока рано об этом говорить, пока нужно выходить, первым делом нужно выходить из группы. Конечно, не так-то все это просто, мы тут так бравируем, да, победить. Ну, мы бравировали с Олимпиакосом, что мы победим и сделаем камбэк, к сожалению, этого не произошло. Ну, анализировать сейчас нет смысла, не об этом. Так, у нас жеребьевка, показывают Челси, Арсенал. Нет, по поводу престижа, я имею в виду, что вот этим топ-клубам, им, конечно, хочется играть в Лиге Чемпионов. И для них, наверное, для некоторых обломно в Лиге Европы играть. Я не говорю, что это не престижный турнир. Конечно, это сверхпрестижно. Но не Лига Чемпионов, конечно. Журналистов должны были сделать этот непростой выбор. Да, Оливье Жиру 11 забитых мячей. Интересно, что бы выбрал тот же Манчестер Юнайтед? Проиграть в финале Лиги Чемпионов, либо взять Лигу Европы? Я думаю, we don't know. А, ну по деньгам Лига Чемпионов, конечно, больше. For dream is to go to forward. Just go forward. Manchester, Arsenal, we don't care. We just kick the ass and go forward. That's the best way. You know what I'm saying? We have to be the best, and we are the best. We have everything to be the best. Good stadium, good park, the best... Good fans. A core football in school, education football, good. You have everything to be the best in the world.
Да, у нас, говорит, лучший стадион, лучший парк возле стадиона, лучшая академия и, конечно же, лучшие болельщики. Да, everything to be the best. Ну, про болельщиков многие, наверное, поспорят, но с тем, что у нас лучший стадион, спорить сложно. Конечно, каждый хвалит свое болото, и для каждого там, да, может быть, свой стадион лучше, и какой-нибудь болельщик Уфы скажет, нет, стадион в Уфе лучше, и, может быть, по-своему будет прав, но, объективно говоря, конечно, наш стадион. Да, смотрите, Зома получил карту болельщика, теперь он настоящий болельщик. Тут вот написано. Россия World Cup one day. Краснодар Champion League. Да. А камера тебя не снимает, я так поставил, только меня снимает камера. Да, камера shoot only me. Shoot only you, I don't care. А тебя не видно. Я шучу. Сейчас говорят о принципе жеребьевки. Если честно, я всегда в этом очень сильно плаваю. Поэтому сейчас начну что-то вам объяснять, напутаю. Лучше не буду. Но я знаю, что у Краснодара неплохие шансы попасть на топ-клуб Манчестер Юнайтед или же на Лацио. О, получается 12 групп. Ну и система, я, слушай, не буду ломать извилины ваши и свои. Я думаю, что вы лучше меня разбираетесь в футболе и в этих всех схемах, и сами понимаете, я надеюсь на это. Извините, не смогу вам ничего объяснить. It's very hard for me. Распределение. Ну все, друзья, началась жеребьевка. Шарики. Эшли Коул с трудом открывает его. Да, но все начинается сейчас. Все опять начинается. Выбираться Севилья. У Севильи самый большой рейтинг среди всех команд. Высококоэффициентная команда. Да, представляете? Шонди Камбана. По крайней мере, на данный момент. Ну вот, как раз говорят о том, что Португалия имеет большие шансы обогнать нас по коэффициенту и рейтингу УЕФА. Да, ЦСКА попадает в группу H. Пока неизвестно, кто там будет, они первые в этой группе. А вот и Краснодар. Краснодар. Так, группа С с Базелем. Базель. С Базелем мы выиграл там 1-0. Молодец, что группа С. Если не ошибаюсь, забил тогда Жаузиню, если... Не изменяет память. Но... Да, сейчас как раз говорят о том, что Краснодар встречался с Базелем. Если вы помните, это вот было совсем недавно. Товарищеский матч, мы проиграли 0-2. В принципе, неплохо тогда провели сборы, но вот Базелю мы проиграли. Ох, да, я упустил. Краснодар не попадает на Манчестер Юнайтед, но футбольный клуб Астана попадает на Манчестер Юнайтед. Поэтому всем любителям этого клуба из России можно мотнуться в соседнюю братскую республику и посмотреть этот великолепный и потрясающий матч. Так, Краснодару кто идет? Скажи, что Арсенал, Скажи, что Арсенал. Давай. А, Арсенал уже, блин, был. Что я туплю? Хетафе. Василий Михайлович, подарок лично для вас. Хетафе. Атлетико Мадрид на минималках. То есть, группа не такая уж простая уже. Базель, Хетафе, Краснодар. Это команда лидер вообще, безоговорочно. Блин, вроде топ-клубов нет, и при этом очень сильные соперники. Не того, чего лично я хотел. Пришел Витя, сейчас будем подшутим над ним. Ну что, Краснодар попал на Манчестер Юнайтед, Лацио и Арсенал. Да, да. Хорошо. Манчестер выиграет 2-0 дома. И в гостях выиграем 1-0. Да я пошутил. У нас Базель и Хетафе. Пока. Ничего хорошего. До финала дойдем. Лиги Европы. Да, до финала. Ну что ж, давайте последняя корзина. И кто будет соперниками? ЦСКА и Краснодар. Как сложная группа. Ну вообще не повезло, смотрите. На мой взгляд не повезло. Базель, Хетафе, Трабзонспор. Краснодару оно так уж складывалось. Ой, Трабзонспор. Как по мне, так, наверное, самое, блин, сложное, что могло попасться группа. Что за фигня? У ЦСКА вообще проходимая, а у нас что-то вообще, ну, не в обиду бальчикам ЦСКА, но реально там проще будет играть. Everyone who can kick the ass, you're gonna win all the game. Go to the final. Да, не выйти из такой группы будет обидно. Ну, а мы можем не выйти из такой группы. На топ-клуб опять не попали.
Что за фигня, блин, расстроен я. Ладно, друзья, это был футболс, это вот Витя, Зомо, Петя, Егорчик. Все, друзья, до новых встреч. Это наше видение жеребьевки.